Саутгемптон с первых минут выпустил на поле следующий состав. В воротах Фрейзер Фостер. Ромео Видаль будет играть с Джеймсом Уорд-Проузом в центре полузащиты. Действительно, почему бы не сыграть в два нападающих? Согласен, схема сбалансированная и довольно вариативная. Перед нами состав Челси. В обороне Тиаго Силва. В обороне Тиаго Силва в паре с Антонио Рудигером. Н'Голо Канте с первых минут играет с Жоржиньо в центре полузащиты. И в атаке сегодня сыграет Ромелу Лукаку. Саутгемптон Челси. В обороне Тиаго Силва. Перед нами состав Челси. В обороне Тиаго Силва в паре с Антонио Рудигером. Н'Голо Канте с первых минут играет с Жоржиньо в центре полузащиты. И в атаке сегодня сыграет Ромелу Лукаку. Саутгемптон – клуб с давней историей, как, впрочем, почти любой профессиональный клуб в Англии. Однако у Саутгемптона нет каких-либо особых достижений, нет огромного списка выигранных кубков. Просто держится в английской премьер-лиге, устанавливают рекорды продаж. Может быть, на мировой арене они не так известны и заметны, но вот в Англии они всегда на слуху. Смещается в центр. Ну, видимо, будет бить поворотом. Ничего хорошего в итоге. Хорошо отдает в движение. Они возвращают себе мяч.